Всем привет! Анастасия Стоцкая свою личную жизнь держит за семью печатями. Даже свой второй развод с Абгаряном певица скрывала целых 2 года. Артистка разместила в блоге яркие фотографии с отдыха на Мальдивах. Сначала поклонники решили, что красавица улетела на райские острова с детьми. Однако, как стало известно, компанию ей составил молодой красавец Александр Казьмин. Анастасия Стоцкая не так давно отдохнула на Мальдивах с красавцем Александром Казьминым и 2 детьми от брака с Сергеем Абгаряном, сыном Александром и дочкой Верочкой. 38-летняя артистка свои отношения с Казьминым раскрывать не торопится, сохраняя интригу. Мол, пока не готова ничего комментировать. А вот Александр активно публикует снимки с мамой 2 их детей. Он сопровождает трогательные кадры философскими размышлениями. Артистка посты Казьмина лайкает. Жизнь напоминает поездку на санках со снежной горки. Почему взрослые люди, в отличие от детей, плохо умеют ездить на санках по горке жизни? Половина тормозит и пытается залезть назад. Пугаясь старости, половина едет по горке кто боком, кто задом, и лишь единицы несутся с удовольствием на санках по жизни вниз, вызывая бурное осуждение окружающих, что так ездить нельзя. Написал 32-летний артист под фотографией, на которой нежно целует Стоцкую. К слову, после возвращения с Мальдив молодой мужчина не на шутку встревожил публику. Он попал в больницу. «Не играю в ближайшие спектакли. Сломал руку, лежу в больнице на операции. Спасибо за внимание», — шокировал он признанием. Иных подробностей артист не привел. Молчит и Стоцкая. Напомним, во втором браке Анастасия Стоцкая прожила около 9 лет. После развода бывшим супругам удалось остаться друзьями. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!